Итак, представляю бесшумный компьютер. В нем отсутствуют полностью вентиляторы. Ни малошумный, ни тихий, а именно бесшумный. Вот включаем его. Здесь установлен DVD-дисковод. И, соответственно, слышно только звук, как DVD-дисковод включается. Но те, кто не пользуется DVD-дисководом, соответственно, его можно отключить, и даже такого звука не будет. Вот интернет работает. Кидом, все работает. Выключение. Все, он выключился. Теперь за счет чего мне удалось это сделать? Во-первых, материнская плата. Видите, здесь есть установленный теплоотвод на сильно нагревающихся элементах. Второй элемент очень важный. Это вентилятор, который мало греется. Ой, не мало греется. На нем написано, что до 100 Вт он работает в совершенно бесшумном режиме. То есть без вентиляторного. Если нужно больше отвести тепла, например, до 250 Вт, то нужно подключить вентилятор. Я использовал безвентиляторный вариант. То есть вот он стоит. Видно, что он в корпус не влез. Поэтому пришлось сделать дырки. Вот он установлен. Вот этот вентилятор. Так, снимем вот этот вентилятор. Все время просят поставить на штатив. Вот поставим. Дальше используем вот такую оперативную память. Ее особенность в том, что на ней находится теплоотвод. Потому что вентиляторов нет и, собственно, некому ее вентилировать. То есть, вот она, эта память. Видите, теплоотвод стоит сверху. Еще один важный элемент. Когда я купил за 5000 блок питания, он оказался не бесшумным, а малошумным, но все равно тихий и раздражающий звук. Как видно, здесь не видно классического блока питания. Да, его не видно. Я использовал блок питания вот от ноутбука. Самый мощный, который я нашел из дешевых, на 120 Вт. Конечно, есть дорогие за 5000 рублей, но я не посчитал нужным. Очень важно здесь, что он выдает сразу 12 вольт. Это максимум, который нужен компьютеру. Судя по расчетам мощности, должно было хватать. Кстати, процессор стоит i3 6100. Он написано, что выделяет тепла до 65 Вт. Там 51 Вт, но почему-то требуемое охлаждение до 65 Вт.
То есть этот вентилятор 100 Вт в пассивном режиме, без вентилятора, поэтому должен будет варить. Но для того, чтобы подключить вот этот блок питания ноутбука к компьютеру, пришлось заказывать в Китае на Алиэкспрессе вот такую вот штучку. Так. Вот такую штучку. Она вставляется, один разъем уходит вот он, идет к ноутбуку. Я его заизолировал на всякий случай изолентой. Ну, здесь вот соединяется оно. И видим, идет провод. Вот он идет. Вот сюда. И подключается к вот этой штучке, к разъему. И от этого разъема уже идет питание на DVD-дисковод и на твердотельный диск. Кстати, обычные жесткие диски, они издают звуки, поэтому используем твердотельный дисковод. Ну вот, в данном случае взят был дисковод, твердотельный диск Samsung. Для дома 128 гигабайт достаточно, поэтому его взяли, ну 120 гигабайт. То есть вот эта вот штучка, которая позволяет подключить ноутбучный блок питания к обычной материнской плате, вроде называется PIC-PSU. Придумали его вроде американцы. Но вот китайцы за 2000 рублей сделали такую штучку. Были более дешевые варианты, но я был не уверен, что найду блок питания на 12 Вт. Вольт и довольно-таки мощный, потому что в основном на 12 Вольт шли маломощные блоки питания. Ну вот я нашел 120 Вт, это максимум, больше не нашел. А эта штучка якобы рассчитана до 200 Вт. Ну, насколько, правда, не знаю. Наверное, стоило взять за 750 рублей на 12 Вт, раз блок питания я нашел все-таки нужный. Но так как их очень мало в продаже, я подумал, вдруг он сгорит, и где я найду блок питания, собственно. Вот. Собственно, и все. Так, ну, по тестам, значит, попробовал я нагрузить с помощью SM-тест. Максимум температура процессора была 54 Вт, 54 градуса по Цельсию. Максимальная допустимая температура у процессора составляет 65 градусов. Но вот по ядрам было до 67 градусов. Но при этом не было ни замедления работы процессора, скорости процессора, тротлинг так называемый, понижение частоты скорости, не было выключений процессора, то есть оно выдерживает. Но все это экспериментальное. Но, кстати, для того, чтобы вот не мучиться с помощью вот этого вот китайского чуда, которое позволяет ноутбук подключить, ноутбучный блок питания к обычному компьютеру, сейчас есть материнские платы, который работает от 19-вольтного ноутбука, ну, ноутбучного блока питания. Соответственно, можно купить сразу готовую материнскую плату. Ну, на момент покупки в Екатеринбурге не было, а по гарантии, допустим, если что обращаться в Москву или Санкт-Петербург, мне как-то не захотелось. Поэтому я взял с того, что было в Екатеринбурге. Вот. Кстати, говорили, что с этим вентилятором не хватит места для второй оперативной памяти. Но оказалось, это все в раке. Спокойно влазит. Есть место для второго модуля памяти. Так что в будущем можно его улучшить, добавить памяти к нему. Вот. То есть сейчас в PIC-PSU необходимость отпала, нужно приобрести просто материнскую плату с готовым разъемом.
То есть вот. Еще есть процессоры, которые мало выделяют тепла, но они обрезаны. Это там Celeron G1200 я рассматривал. К ним идет маленький теплоотвод, но они еще медленнее, чем в ноутбуках. Есть также в другом видеообзоре на YouTube, я видел, они взяли процессор обрезанный по мощности, заканчивается на букву Т. И в нем, как бы, да, он обрезанный по мощности, и, соответственно, он такой же медленный, как в ноутбуке. И запустили игрушки, и говорят, о, блин, тест это фигово держит. Ну, конечно, он будет фигово держать, если он обрезан по скорости, там, 2,3 ГГц было. Здесь же взят процессор, всего-то там, у него скорость, то есть частота 3,7 ГГц. Так. Сейчас зайдем в настройки биоса, чтобы посмотреть, как оно будет по температурам выдавать. Так, включаем. Вот он выдает. Так. Вот сейчас на процессоре 48 градусов. Но все тестирования делал с закрытой крышкой. Вот 48 градусов. На материнской плате 30. Ну, материнская плата до 36 градусов нагревалась. То есть тоже является допустимым. А процессор вот до 54. Общая температура на ядре до 67. Все. Вот он работает. А шум только я издаю. Я вот против всяких лампочек, но эта лампочка показывает, что компьютер включен, чтобы было понятно.